Усе районы в области до Дня Незалежности подрыхтовали уласные программы. У Хойниках свято отзначили аутопарадом вехи истории, хореографичной композиции и выставой сельских подворков. Дмитрий Котов принял удел в урочистостях. Святочная программа у Хойниках распочинается с урочистого митингу ля помника танкистам. Проходят годы, изменяются поколения, але великий народный подвиг назавжды у памяти. День незалежности, свято, якое объединяет поколение. На жалобном митингу керавництва района, представники громадских организаций, молодь. Это не только махшимость узгадать минулое, але и нагода подвести выники зробленного у 21-м стагодзе. Жихарам района есть чем гонориться. Створаются новые рабочие места, будуются жилье. Именно это тут отзначена самая высокая нараджальность у Гомельской области. Многие гости, которые здесь бывают, они приятно удивлены, так преобразился город. Если еще 10 лет назад мы были по пейзажам нашего города, наверное, самые худшие в Гомельской области, но когда президент и губернатор обратили внимание на нашу территорию и провели день письменности, здесь стало лучше жить, поэтому это связано, наверное, с теми благами, которые создаются сегодня на территории области для людей, и поэтому семьи живут, рожают детей не бояться. Разыночка святочной программы, парад тематичных экспозиций, вехи истории. Автомашины проезжают одна за другой, каждая символизуя особный период у истории краины. Кастрычницкая революция, громадянская война, працовные и науковые подвиги советских людей. Доходит черга и до самого складанного периода у летопису Беларуси, Великой Айчинной. Удельники урочистого шестя – молодая змена. Те, кому будовать завтрашний день. Те, кто будет робить Беларусь еще больше моцной и пригожей. Свято протягивая хореографичная композиция, присвеченная 135-летию с дня народжения народных песняров Беларуси Янки Купалы и Якуба Колоса. Основные жгуляни проходили у городском парку. Тут разгорнулись шматликие тематичные выставы, гульнявые пляцовки и мастацкие пленеры. Особливой популярностью крыстались вот такие сельские подворки, где жихары и гости района центра могли убачить гумористичные представления самой разной тематики. Например, у подворку Судковского сельского совета рассказывают про брат сватовство. Это шоу-программа «Отметность Хойницкого района». Створальники подворков подкресливают, исти по житти треба с гумором. Тады и працавать легче, и переносить негоды. На подворках можно было и почастоваться вязковыми стравами. Свято никого не покинуло бы Яковым. Праздник, он с улыбкой, но немножко грусти все-таки в душе остается. Мы помним о наших предках, о наших дедах и прадедах, которые подарили жизнь, пожертвовали своей жизнью ради того, чтобы мы сегодня праздновали и улыбались, и радовались, и были счастливы, что мы можем жить в независимой и свободной стране. На жаль, головные герои свята, ветераны войны, не смогли наведать урочистости. У Хойницком районе их засталось усяго 11, и по стане здоровья яны уже не мают махчимости приходить на свято. Веншаванне и подяку за наше мирное житё примают дома. Жихар Хойников Иван Шкурко пошел на фронт у 1944-м, коли ему было 19 годов. Воевал под Брестом и на территории Польши. Не однойчи отрывливал ранение. Пусть молодое поколение помнит подвиги советского народа в большей войне. Понимало и это, и нас. Ну и чтобы они жили и богатели. И молодежь, это самое главное. Дмитрий Котов, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель» с Хойников.